Когда я был молод, я наивно полагал, что наше кредо положит конец всем этим конфликтам. Если бы мне хватило смирения сказать себе, я многое повидал в жизни, я сделал все, что мог. И все же высшая слава в том, чтобы сражаться за истину. Кредо братства ассасинов всегда учило нас тому, что все дозволено. Я думал, мы можем делать все, что хотим. Отстаивать идеалы любой ценой. Теперь я понял. Это не разрешение, это предупреждение. Идеалы слишком легко могут стать догмой, а догма станет фанатизмом. Над нами нет никакого высшего суда. Нет сурового божества, что будет карать нас за наши грехи. В итоге, только мы сами стражи своим страстям. Лишь нам решать, не слишком ли дорога цена нашего пути. Мы считаем себя избавителями, спасителями, мстителями. Ведем кровавую войну против них, всех тех, кто против нас. Мечтаем оставить свой след в мире. Даже отдавая жизни в боях, о которых никогда не напишут в учебниках истории. Наша суть и наши поступки – начало и конец. В нас самих. Селенцо! Селенцо! 22 года назад я стоял здесь и смотрел, как погибают мои родные. Их предали те, кого я звал друзьями. Месть затмила мой разум. Она погубила бы меня, если бы не мудрость тех, кто научил меня управлять своими инстинктами. Они не давали мне ответов, но помогли мне учиться. Нам не нужны хозяева. Ни Медичи, ни Савонаролла. Мы сами вольны выбирать свой путь. Многие хотят отобрать у нас свободу. И многие из вас подчинятся им. Но именно способность выбирать... то, что для нас истинно и делает нас людьми. Ни одна книга, ни один учитель не даст вам ответов, не откроет путь. Выберите свою дорогу. Не идите за мной и ни за кем еще.